В 2017 году планируется оздоровить около 3000 окружных детей. Проект постановления об утверждении государственной программы «Организация отдых и оздоровления детей в Ненецком округе на 2017-2020 годы» приняли на сегодняшнем заседании администрации. Программа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого округа» рассчитана на 4 года. Общий объем финансового обеспечения мероприятий в рамках данной государственной программы составляет более 369 миллионов рублей. По годам в 2017 году 90 миллионов 400 тысяч, в 2018 году 92 миллиона 400 тысяч, в 2019 году и в 2020 по 93 миллиона 300 тысяч. Основные направления реализации программы – это обеспечение детей санаторно-курортным лечением, которое требуется по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 9 лет в сопровождении родителей, с 10 до 15 лет организованной группой. Также в эту программу входит оздоровление детей на летних площадках и отдых во всероссийских детских центрах «Орленок», «Артек», «Смена», «Океан». Следующее направление – это оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, находящихся в семьях, которые находятся в социально опасном положении. И еще основное направление – это оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в учреждениях Ненецкого автономного округа. По словам Светланы Стерлевой, в этом году в рамках программы прошли оздоровление 2487 детей, в том числе 455 детей по медицинским показаниям, 263 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, 27 детей отдохнули за счет федеральных средств в Туапсинском районе и 48 в детских оздоровительных центрах. Почти 1500 охватили детские оздоровительные площадки в Ненецком округе, в спортивных лагерях за пределами региона побывали 56 ребят. В перспективе Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ в 2017 году планируется оздоровить до 3000 детей. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».